берегу. А что, господи. Так, надо тихонько взять свою одежду. Пойди заниматься. И пойти поготовить тебя кушать. Так. Я еще вчера поставила это готовиться мяско. Тушеное. Вкуснотища. Завтрак уже на столе. Буду поиграть на гитаре. Если что, кто не знает, это вот моя мама. Сейчас играю за нее. А вот это вот я сплю. А вот это вот моя тетя Лиля. Блин, как же я не подумала о том, что все спят. Ладно. Пойду яблоки пособираю. Ну, одну как же грех, одну не съесть. Это вообще грех. Грех такой вообще. Яблочки маленькие. Почему такие маленькие вообще? В шоке. Чего они такие маленькие? Так, все. Одну можно съесть. Так, сорву цветочек, подарю его тебе со мной. Буду уже будить. Солнце, вставай. Что? Держи цветочек, завтрак на столе. Спасибо большое, мам. Да, все. А Лиля спит? Да, опять дрыхнет. Да, дрыхнет. Я пошла делать отчеты, а ты пока тут... В калькуляторе буду делать отчеты. А ты пока делаю, занимайся своими делами, иди кушай, переодевайся. Угу. И зачем мне остался этот цветочек? Ладно, пойду выкину его. Как же я его выкину, если это тоже природа? Ладно. Иди здесь, оставайся здесь. Цветочек. Я пойду помоюсь. Так. Так. Все. Помылась. Чудесно. Мама, придется себе пожрать. Иди и не жрать, ты же девочка. Так, что у нас там? О, кукурузка. Что там у нас кусок мяса? Или кукуруза? Ладно, и то. Что? О, вау! Класс! Я изобрела новое изобретение. Стейк с кукурузой. Вкусно. Надо маме показать.
просто не попью молока. Все, и пойду. Завтрак нормальный будет. Ты погуляю. Мама собрала уже яблоки. Дело за малым. Мне еще яблоки тут оставить, надо их еще собрать. Курятины. Я высокая, поэтому я могу достать. Даже не залезая на лестницу. А вот мама не очень высокая. И последний уже не влезает. Последний, как всегда, мне в рот. Так, чудесно. Яблочки я собрала. Голубь улетает отсюда. Господи. Пошла собирать эти штуки. Что это за штуки? Груши, что ли? Ладно, пойду соберу их тоже. И эту съем. И вишенки. Так. Блин, их тут по одной надо сливать. Фу, упала. Господи, ужас. И сюда моя хорошая коробочка. Эту скушаю. И эту скушаю. Ты что в ту коробку залезла? Вылазь оттуда. Я тебя скушать хочу. Так. Сюда. А мало вишенок осталось. Ведь все, жадины. Где вишенки? Так. Странно. Что за похититель вишенок появился у нас в деревне? Ура, я один раз съела. Хотя нет, традиция есть традиция. Итак, что же мы дальше будем делать? Поиграем на гитаре. Я умею играть на гитаре. Класс. Так, класс. Стоп. Мне же еще надо яйца собрать. Так, когда я яйца собрала уже, осталось... Стоп. Что за овощ? Что за овощ? А? Что? Овощ такой интересный персонаж, так быстро появился, так быстро испарился. Ладно. Когда уже Лиля проснется? Пойду я разбужу. Не надо Лилю будить. А ты все слышишь. Да не буди Лилю, спи. Ну, хватит. Ну, встать. Что так орать-то? Ты света белого не видишь. Иди вставай, гуляй быстро. Встаю, встаю, господи. Слушай, я хочу сказать, я жду вас у всех там на дворе. Хорошо, сейчас придем, маме скажу. Давай. Слушай, Оксана! Шо? Там нас Лена позвала, сказала, важный разговор. Туда, на улицу. Она нас позвала, господи. Идем. Угу, идем. Слушайте, я хочу сказать, что мне уже 17 лет, я хочу съезжать отсюда. Через месяц мне будет 18. Я хочу себе собственный дом. Ну, я знаю.
и мы состоятельная семья, но... Но сразу же дом и переехать... Стоп, давай по полочкам. Угу, я тоже согласна с твоей мамой. Я хочу собственное жилье. Ну, готова? Ты точно готова к этому? Да, я точно готова к этому. Уф, ладно, хорошо, договорились. Ура! А еще сначала хорошо, у тебя будет собственное жилье. Но сначала у тебя будет квартира, потому что мы, ну блин, нам надо что-то собирать. Как бы жилье собственное с множеством комнат стоит как бы немало. Ну вот, как раз таки на твой день рождения мы тебе и купим дом, а пока что поживешь в квартирке. Да, хорошо. Ладно, тогда придется нам уезжать, поэтому... Ладно, хорошо. Тогда собирайте вещи, мы уезжаем. Хорошо, собираю. Я пошла! Так, я сегодня... Я, собственно, сюда ничего не привозила, поэтому... Только вы идете одеваться. Идем. Так, я уже собралась. Я тоже. Все, пошлите, значит. Итак, всем пока-пока. А следующая часть выйдет, как только я сделаю важные дела по дому. Всем пока-пока!